Сегодня познакомимся с родословной четырехугольников и вспомним все их свойства. Четырехугольники бывают параллелограммами, это такие, у которых противоположные стороны попарно параллельны. Бывают трапециями, у которых только две противоположных стороны параллельны, а две другие нет. Ну и произвольными четырехугольники тоже бывают. У параллелограмма противоположные стороны равны, противоположные углы равны, а также диагонали точкой пересечения делятся пополам. У параллелограмма есть два сыночка. Это прямоугольник и ромб. Прямоугольник — это такой параллелограмм, у которого все углы прямые. Ну, раз он параллелограмм, поэтому он обладает всеми свойствами параллелограмма. Плюс к этому у него диагонали равны. Ромб — это такой параллелограмм, у которого все стороны равны. Он также обладает всеми свойствами параллелограмма, плюс к тому же его диагонали перпендикулярны и являются биссектрисами его углов. У прямоугольника и ромба есть совместный сыночек. Это квадрат. Квадрат, можно сказать, что с одной стороны это прямоугольник, у которого все стороны равны, с другой стороны это ромб, у которого все углы прямые. Таким образом, квадрат обладает всеми свойствами и прямоугольника, и ромба вместе. Трапеция. Трапеции бывают равнобедренными, это такая, у которой боковые стороны равны. Диагонали у равнобедренной трапеции равны, и углы при обоих основаниях у равнобедренной трапеции тоже равны. Также трапеции бывают прямоугольными. Это такая, у которой боковая сторона перпендикулярна основаниям. Ну и произвольными трапеции тоже бывают. Ставь лайк, если ничего себе, какая тут Санта-Барбара у них.